Джесси, it's time to cook. Двенадцатого октября в Сорти прошла международная научно-просветительская акция «Открытая лабораторная», посвященная популяризации химических наук. Мероприятие было приурочено к дате открытия первой в мире химической лаборатории, созданной Михаилом Ломоносовым. Эта ежегодная акция проходит единовременно более чем в 30 странах мира. Лаборантами могут быть как дети, так и взрослые. Каждый смог почувствовать себя ученым, ответив на вопросы теста и проверив свои знания по химии. Для саровчан были подготовлены два набора заданий. Для детей от 6 до 13 лет и для лиц старше 14. Ну, мне было интересно, там были вопросы, и как бы там был один вопрос про сахар, и когда давали правильные ответы, там было, типа, вообще неправильно. И самое интересное, что здесь не в школе, здесь не обязательно что-то знать, главное что-то ответить, и главное интересоваться. Ну, нам так сказали. Типа, не стыдно что-то не знать, стыдно этим не интересоваться. Вопрос мне показался интересным, может ли автомобиль ездить на газированной воде с сиропом. Я написала, что да, и оказалось, что это правда. А почти весь зал написал, что это неправда, это все выдумки. Еще там было указано то, что Носов знал это и написал это не для выдумки, а потому что знал, что это правда в своей сказке, когда машина ездила на сиропе. Правильные ответы ведущие сообщали сразу. Также каждый участник имел возможность получить электронный диплом с указанием своих результатов. Площадка зарегистрирована на ресурсе TimePad, который дает возможность получить диплом участника в электронном виде, который можно потом положить в свое портфолио. Также участники, которые наберут большое количество баллов, получат диплом звездного лаборанта, если это будет большое количество баллов, или диплом просто лаборанта, если это, скажем так, не очень выдающийся результат. Но в любом случае все выйдут с этой акции с новым запасом, с новым багажом научных знаний и, я думаю, что с хорошим настроением. Ну, вообще продвижение науки – это хорошо и прекрасно, да, но в данном случае, как обычно, недоволен. Во-первых, начали не в час, а в час 20, по-моему. Во-вторых, начинается это все с какого-то скучного теста, да, и только потом нам в 14:40 обещают какое-то химическое шоу для детей. Что несказанно радует, это, конечно, вот такое оформление журнальчика, да, то есть совершенно очевидно, что дизайнеры вдохновлялись Хайзенбергом, да, из Breaking Bad, и это прикольно, да, наконец-то начали на молодежь заходить через какие-то молодежные темы. Вот. Но на самом деле такая научно-популярная вещь, она мне всегда не очень нравится, потому что я не вижу от нее какого-то эффекта. Да, ну люди пришли один раз, как бы столкнулись с химией, я не уверен, что у них возникнет желание в дальнейшем интересоваться химией. Поэтому я разочарован. Я пришел посмотреть на шоу, выяснил, что до него еще пилить и пилить. Помимо теста, в рамках акции взрослые лаборанты могли принять участие в научной игре Science Quiz. А для детей организаторы подготовили красочное химическое шоу с опытами и интерактивными заданиями. Программа мероприятия завершилась показом научно-популярного фильма «Привет, робот!».